Но самое главное, что был красивый, с обилием голов матч, чтобы все получили удовлетворение, телезрители и те, кто на стадионе зрители. Ну и сейчас вот этот ритуал, начало, первое столкновение. Хорошо, технично отыграл направо. Здесь надо страховать зону. Как смело, да? И выиграл мяч, и пас! И теперь на правый фланг. Да? Ох, как опасно! Надо делать передачу. Пас. Там рикошет. Вошел в штрафную. Идет еще дальше. Подача назад. Ох, опасно! Удар! Гол! Ай, молодец!